Всем привет! У нас доброе утро. Начало 9, я уже Сережку выпроводила на работу. Хотела показать. Вот пока лучик закрытый, он сидит молча. Сейчас я его только открою, все, и будет чуринкать. Всех будить, да, лучик? Так, сейчас. Неудобно. О. Все. Да, лучик, у нас сегодня день тяжелый. Да, сегодня первый переезд. Мамы, так, здесь уборка и покраска. У меня просто покраска совпала на сегодня. Ну, на другой день не получается. Я уже 2 месяца не попадала на покраску, поэтому не могу так и проигнорировать. По-любому надо ехать, потому что потом аж через месяц получится у мастера. В общем, солнышко, погодка хорошая. Сейчас попью кофе и буду собираться, потому что мне в 9 с копейками, 9 с минутами где-то выезжать. Это мой любимый завтрак. Кофе с молоком и сыр. Бомба. Кстати, сейчас это вкусный сыр. Сейчас меня спрашивали в комментариях. Я выкинула название уже, наклеечку. Ладно. Вот это такой вкусный. Блин, не помню, как называется. Я постоянно разные беру. А это такой не... Ну, кто сильно соленое не любит. Вот Вика у меня соленое очень не любит. Поэтому ей этот зашел еще. Ну как зашел? Она все равно больше любит. Да в ларек, чтобы вам кофе взял, тебе и себе. Ну, сейчас скажу. Вика Бри больше любит. Ну, вот этот, потому что он менее соленый и такой сливочный. А я такой больше люблю. Прям дети сегодня попросыпались рано так. Я уже собралась на покраску. Представляете, вспомнила, что сегодня учительницу Назара, классного руководителя, день рождения поздравлять, и на мне цветы. Я вообще в шоке. Оно мне сегодня вообще не кстати, вообще я забыла. Но уже все, раз цветы на мне, в любом случае мне нужно это успеть сделать. Так что я еще после покраски, у меня еще одно дело появилось. Надо мотнуться, купить цветы, с кумой я договорилась. И в принципе, вот так вот. И сегодня, блин, сегодня у меня будет покраска, укладочка, красивенько на голове. Сейчас голову не мыла, я перед покраской стараюсь не мыть, ну, чтобы не попалить. Хотя, говорят, без разницы, можно мыть, но я так что-то по привычке уже. Вот, и это, и такая вся буду с прической грузить переезд. Ничего, так совпало. Купил шоколадку себе, Назар с магазина прибежал, водичка. Водичка закончилась, а не хотим набирать уже все бутылки, чтобы потом не носиться с ними туда-сюда, потому что завтра мы уже все это переносим окончательно. То это взял бутылку и кофе, да, взял стика. О, это ты вот эту новенькую взял шоколадку или нет? Не новая, да, старая. Новая это фиолетовая с ромом. Ясно. Алкогольная шоколадка. Я поняла. Так, все, я, дедушки мои сладкие, улетаю. Вы у меня на хозяйстве, Назар, на проезд оставила. Собери, пожалуйста, по максимуму книги на завтра, ну, которые тебе на завтра в школу нужны будут, понял? Остальное все упаковывай в мешок. Ну, на сегодня он сейчас себе в рюкзак приготовит. Понял? Слышь, мам, а я в пятницу пойду в школу или буду вам помогать? Ты хочешь нам помогать? Ну, вам. Типа, пишу. А что у вас там, контрольная сейчас пишете? Так, а что с пятницей? Выровняйся. А смысл в пятницу? Нам и сегодня, и завтра, и послезавтра нужна помощь. А послезавтра? Хай идет в школу, справимся. Ну, ладно. Все, ты меня услышал, зайчик? Пожалуйста, собери на сегодня рюкзак и максимально, смотри, Назар, вот мешки. Отрываешь,
в мешок и все свои книги, школьное, стол освободить. Ну, кроме на пятницу оставишь. Вот такой, ребят, у меня этот расцвет. Очень классно. Мы такой, ну, Тоня предложила, а я решила, ну, как бы, согласилась абсолютно с розовинкой. Когда-то мы так красились, я помню, очень мне классно было наподобие. В общем, вот так вот. Мне кажется, красиво. Сережка за мной заехал, потому что у меня, честно говоря, по времени одно место в мыле. Я ничего не успеваю. Сейчас завозим Сережу на работу, я забираю машину, потому что мне еще нужно... А я же говорила, цветы успеть учительнице купить, с днем рождения ее поздравить, потому что, ну, комитет как бы и поздравляет, или детям передадим, я не знаю, как это будет, но, короче говоря, цветы на мне, и все на один день совпало, и я просто, я забыла абсолютно с этими переездами, я забыла число дня рождения учительниц. В общем, у меня сегодня какой-то дурдом. Вика уже там дома справляется. Она сказала: мам, не переживай, я потихонечку буду мыть, потому что у меня и дома еще собирать, и мыть, и вечером перевести маму Сережину. Вот это все. И теперь, получается, еще и тебя забрать с работы надо. В общем, вот так вот сегодня денечек тяжеленький. Я уже как будто устала. Шучу. Не, не как будто устала, но просто от этих мыслей нервничаешь, и морально как-то так тяжело. Все, надо успеть. Все, поехали? Да. Все, поехали. Взяла цветы, вот такие красивые, не могу сильно показать, длинные. Боюсь, а вот, могу, смотрите. Всем таких роз. Учительницы наши просто любимые цветы, розы бордовые вот такие. Я думаю, ей понравится. Длинные, красивые и пахнут. Все, еду. И дома уже с вами встречусь. Так, ребята, у меня мытье. Ванну разобрали. Вот это полотенце, которое будут до завтра, заберутся в последнюю очередь. Вот это все, что мы с ванной сложили. Ну, то мусор. Я потихонечку мою. Туалет уже с Викой помыли. Плитку, полы в туалете. Все уже в туалете вымыто. Унитаз. И там, и наверху, здесь тоже Вика домыла плитку, я уже зеркало помыла, пол еще только один раз протерла, но еще тщательно не мыла, у меня швабра поломалась, я так усердно старалась. Здесь тоже так вот протерла, но еще буду раковину вымывать. Что еще? Это у нас полка уже разобралась, которая здесь стояла. В общем-то, уже, в принципе, пусто. Вот это все, что осталось, то, что мы в последний момент забираем. Ну и мыльница, это все тоже еще перемою. Но, в принципе, уже пусто тут тоже. Все, сейчас улетаю за Сережей и мчимся на переезд мамы уже. Уже время его забираю и туда. Так, максимально, насколько сегодня успела, что сделать, сделала. Спасибо, Викуся мне еще помогла очень хорошо. Ребята, сейчас вам покажу. Вот это то, что мы купили с Викой, ходили. Тогда я вам показывала. Вот эта фея, что нам порекомендовали в магазине. Говорили, ядреная, ядовитая, капец. Смотрите. Мы побрызгали сколько? 2 минуты оно постояло. Ну, если, да. Смотрите, как нагар убирает. Я еще тут сверху не очень хорошо пшикала, ну, не везде. Да? Я так, потом, ну, не доставала. Капец! Посмотрите, как отмывает круто! А! Мне вроде зарплату подняли. Как? Аванс уже пришел. А, 10 тысяч. Сейчас, я не пойму. Посмотри, я сколько начислили. У меня сейчас на счету 15. На карточке. Я для нее захожу. Сегодня зарплата. Просто обалдеть, я в восторге. Чем мы с тобой видим, что тут жили? Не могла раньше туда. Не могли найти средство такое эффективное. Мы об этом даже не думали, просто что грязно. Да, мы думали, оно так и есть, чисто это. Это было грязно. Какой цвет натуральный. А ты посмотри цвет. На плитку там снизу. Видишь, да, вот она... это мы побрызгали, там оно отекает. Это видно. Да, разница какая. Да. Чего я сейчас все выдраю. Зато классно этим средством, теперь не страшно, мы там на той квартире вычистим капец. Да, последняя ночь здесь. Мы уже загрузили машину, сейчас заскочим на минутку домой.
Едем туда, на эту квартиру, выгружать машину, все поднимать наверх. Ну, грузовую машину заказывали, двух грузчиков, потому что мы бы сами все не вынесли. Идем уже никакие, а завтра наш переезд. И там еще уборку надо делать. В общем, ребята, я знала, что переезд это страшно, но я не думала, что в такой степени. Это самое, наверное, страшное, да, бабка? Да, при переезде понимаешь, сколько у тебя ненужных вещей. Да, там так уже натоптано, грязно, столько мыть, столько, не знаю, как там ночевать первую ночь, правда. Фух, ничего не снимала, просто не было, когда все, руки заняты, вот такое все. Ну, в общем-то... Закололась моя прическа, жопа. У меня голова была мокрая. Все, что мне сегодня уложили, оно все уже упало. В челку заколола, чтобы мне ничего не мешало. Короче. А, да, доча. Привет, сынок. Привет. Ой, Вика тут уже тоже хорошо так все пробрала, помыла. Да, иду сейчас. Ой, мусор, Сереж, заберем. Девочки мои, такие помощницы. Влада пришла к нам. Или Влада не помогала? Да. А, сейчас начинаешь? Не, не буду кушать. Ты что-то ел? Мы уезжаем, нам еще машину разгрузить надо. Здрасте. На туда, где бабушка приезжает. А, бабушки будете вещи привозить, да? Уже мы с оттуда снесли, загрузили машину, и сейчас будем ее выгружать. Да, ага. Это плохо я сделал, где-то посидел. Пойду поем. Вот, так, боже, я бы не знаю, без Вики я бы не разорвалась, когда тут еще выгребать все. Ты и плиту, да, Эстри, помыла, да? Плиту помыла, духовку еще. Ага, хорошо. И вот здесь надо все повымывать, ручки. Двейку разбей, я собрал книги на завтрак. Умничка, хорошо. Собрал. Теперь возьми мешок и собери максимально все вещи, которые тебе уже на завтра не понадобятся. Игрушки или что там у тебя осталось. Все максимально в мешок. Дочь, покажи ему, где мешок оторви. И собери, пожалуйста, одежду. Потому что завтра мы переносим все. Ты завтра уйдешь в школу, сынок, а я буду с твоими вещами ковыряться. Хорошо, все, понял. Все хорошо. Потому что завтра с твоей комнаты вся мебель выносится, там вся наша мебель. То есть с завтрашнего дня я уже буду там ночевать? Да, завтра мы уже ночуем там. На полу. На полу? Не, Назар с диваном, это мы с тобой на полу. Не понял. Вещи, в которых ты завтра идешь в школу, все остальное запаковано в мешок. Еще то, что я завтра использовать не буду. Да. Я же говорю, все, что, ну, завтра ты идешь в школу, у тебя книжки. Книжки пусть отдельно, то есть все школьное отдельно складывай, чтобы мы потом не рылись, не искали. Белье, ну ты же еще ночевать сегодня будешь. Да? Ну, то не надо, завтра уже белье с утра упакуешь. Доупакуешь. И белье, это же в стирку, то его отдельно, а наверное. Это с окна, наверное, с Нового года. Кто надел постреляло с покушкой? Все, ребят, я с вами сегодня прощаюсь, правда, некогда. Даже камеру не хочу брать, потому что просто нету съемок, не до этого. Я думала, будет все по-другому. Я буду каждый шаг с вами делиться, показывать, какой там фиг. Там просто не до камеры. Вот так вот все, вот так вот. И-то еще собираются, и все, ну, по пути эти вещи, не все было собрано, в общем, дурдом. Все, поэтому я прощаюсь, правда, уже не до этого, приползем мы 100% уставшие, и я говорю вам всем пока, всех люблю, всех целую. Мы начинаем с завтрашнего дня новую жизнь. Надеюсь, вы нас поддержите. Спасибо. Пока. Да?